Здравствуйте. Я вас приветствую в стенах нашего музея историко-краеведческого. Теперь они не только историки-краеведы, но и операторы, монтажеры и ведущие прямых эфиров. Новые навыки освоили поневоле, чтобы разлука с посетителями не была столь долгой. Музей Подмосковья пока закрыт для посещений, при этом работают в штатном режиме, но в новом формате онлайн. Сначала происходит открытие в прямом эфире, и затем в тот день, когда произошло открытие, в последующие недели выходят ролики о выставке, об экспонатах, о истории. Мне кажется, будет интересно. Интересно будет всем, независимо от пола и увлечений. Хоть и кажется, что новая выставка сугубо мужская. В экспозиции «Сталь и огонь. К истории оружия» более 30 экспонатов. С их помощью можно наглядно увидеть эволюцию доспехов от 10 до 19 века. Шлем, да, действительно очень интересный. Я не случайно попал в нашу новую экспозицию. Значит, в литературе он называется «Шлем Ярослава Всеволодовича». Современным нашим зрителям, может быть, это имя и отчество ничего не скажет. Ярослав Всеволодович – это отец Александра Невского. Как и все экспонаты выставки, этот шлем – реплика. Его оригинал хранится в оружейной палате Кремля. Гальвана-копия в Государственном историческом музее. Казанский мастер Эдуард Шейхутдинов очень точно воссоздал оригинал. Поэтому, чтобы перенестись на несколько веков назад, далеко ехать не надо. Достаточно следить за новыми роликами Одинцовского музея в социальных сетях. Железная основа имеет приклепанный металлический тоже железный наносник. В данном случае у нас декорирован растительным орнаментом. А поверх всего это, так же как на оригинале, были наложены декоративные накладки. Чеканка производилась отдельным мастером, причем нам пришлось все промасштабировать. Оригинальный шлем, он несколько меньше, причем даже заметно меньше, где-то в 1-3 раза, чем реплика, которая получилась у нас. Впрочем, на выставке можно увидеть и реплики находок, сделанных на Одинцовской земле в районе селищ Игнатьевская и Хатежи. А следующий ролик с подробным рассказом об одном из экспонатов выставки уже готовится и выйдет на этой неделе. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».